Здравствуйте, на канале ФКТ. Время новостей. В студии Инга Габешия. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. В Сочи от стихии пострадали 1033 человека. Они получат компенсацию, пока же в поселках активно идет расчистка улиц. Ключи от заветных квадратных метров. Данилу Плужникову вручили ключи от квартиры, которую ему подарили за победу в телепроекте «Голос». Лапин, Лазарев или Севастьянов. Сочинцы выбирают имя аэропорту. Из заявленных участников в Сочи приехала только треть. Чемпионаты первенства Южного округа по тхэквондо и ТФ впервые прошли в таком составе. В Сочи выплатят компенсации собственникам подтопленных дворов. В результате стихии, обрушившейся на курорт на прошлой неделе, пострадали 1033 человека. С инициативой о предоставлении денежных компенсаций пострадавшим выступил губернатор Вениамин Кондратьев. Выплаты уже начались, а вот ход работ по очистке подтопленных дворов накануне проверил мэр Сочи Анатолий Пахомов. Аул Наджигу оказался отрезанным от города из-за разрушения дороги. Пока специалисты ее восстанавливали, все необходимое, в том числе медикаменты и продукты питания, можно было доставить только воздухом. Из-за стихии были обрушены 12 опор линии электропередачи. Чтобы жители не остались без света, вертолетом доставили и дизель-генератор. Жизнь в ауле потихоньку восстанавливается. Жители своими силами и с помощью сотрудников Лазаревской администрации приводят в порядок свое жилье и придомовые территории. Накануне к жителям Наджигу удалось приехать и мэру. Дорожники ДРСУ активно работают. Я думаю, что до конца этой следующей недели уже дорога будет восстановлена. А сейчас пока сделана дорога временная, по которой могут ездить ГАЗ-66, УАЗики, то есть сообщения все-таки есть. Ну, естественно, по этой дороге можно будет обеспечивать и продуктами питания. Стихия разрушила и участок на 91-м километре федеральной трассы Джубга-Сочи в поселке Макапсе. Дорожникам удалось раньше ожидаемого срока восстановить дорожное полотно, и в воскресенье было запущено движение по двум полосам. Восстановили разрушенный подход к мосту, и в следующем году приступим к строительству нового, поскольку мост по всем своим параметрам требовал реконструкции. В прошлом году мы приступили к проектированию, и в ноябре этого года мы должны получить положительное заключение главной экспертизы с тем, чтобы в следующем, 2019 году, приступить к его строительству. Новый мост, согласно плану проекта, откроется в 2020 году. Он появится рядом с действующим, который будет использоваться только на период строительства нового. Потопило во время стихии и Аше. Большое количество осадков разрушило подпорную стену федеральной трассы, и вода потоком хлынула в дома. Несмотря на предупреждение МЧС, один из жителей остался у реки. Когда вода поднялась, спасателям пришлось приложить усилия, чтобы до него добраться. Вот уровень воды вот так здесь стоял. В ту сторону низменность. Мы на трехмостовом Урале, туда пройти не могли, чтобы спасти человека с кемпинга, который находился на крыше. Нам пришлось накачивать надувную лодку, течение большое было здесь очень мощное, вот, и людей снимали оттуда с крыши. Вот ни один, слава богу, не пострадал. Ил и нанесенный потоком воды мусор сразу после улучшения погоды убрали волонтеры. Большинство из них – сотрудники администрации. Помогали они расчищать не только дороги, но и дворы и дома. Приезжала машина, администрация, молодцы. Они, конечно, помогли, ребята все пособирали. Поэтому самое сегодня трактор вот приехал, вот здесь чуть почистил. А здесь уже как-то так, своими силами то, что могли. Чистить дворы, убирать воду и мусор в домах пришлось и жителям Хостинского и Адлерского района. Всего в Сочи от стихии пострадали 1033 человека. Они получат компенсацию. Ситуация осложняется тем, что некоторые жители потопленных домов не являются по факту их собственниками. В поселке Аше, например, есть несколько таких. Прежде дома были ведомственными и относились к РЖД, а потом компания отказалась от них. Однако и в этом случае есть законные пути получить компенсацию, например, через суд. При частичной утрате имущества первой необходимости сумма компенсации составит 50 тысяч на каждого члена семьи, при полной утрате – 100 тысяч. Комиссии по определению ущерба продолжают работу, подворовые обходы полностью завершатся к завтрашнему дню. Татьяна Говоркова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.
В Апшеронском районе в минувшие выходные губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел заседание оперативного штаба. Участие в нем также принял прокурор края. Как отметил глава региона, сейчас важно не просто восстановить транспортное сообщение, расчистить улицы и возобновить работу школ, детских садов и больниц, но и оказать материальную помощь пострадавшим от наводнения. Выплаты необходимо произвести в кратчайшие сроки. Все подробности в материале наших краснодарских коллег. Большая вода пришла в Апшеронский район в среду, но людей до сих пор не отпускает эмоции. Утро спустя два дня после происшествия начинается житейских разговоров, кого и как затопило. В Дом культуры, где организовали оперативный штаб, пострадавшие приходят за вещами первой необходимости и питания. Одеть нечего, все дома все пропало, все, что можно было. И животные, и мебель, запасы сахара, муки, овощи, все. Остались в чем есть. Проводим мы ночь с двумя детьми, провожу где попало ночью. Дома ничего нет. Затонул у родителей дом полностью. Ждем комиссию, ждем МЧСников, помощь ждем такую. Пришли взять воды, потому что в кране вода невозможна. Для тех, кто остался без крыши над головой, организовали пункты временного размещения. В Апшеронском районе их три. Здесь люди могут переночевать и получить горячее питание. В детском лагере разместились люди целыми семьями. Сейчас здесь всего 68 человек. Ирина Елькина вместе с маленькими детьми ждет, когда наконец сможет попасть домой. Затопило дом. Так вот, вот где-то. Вот так. Ну, привезли спасатели в Светлячок. Кормят, постели, ну, все тепло, хорошо, одежда, все как надо, да? Есть и те, кто не захотел покидать свои дома. Кадры, которые можно оставить без комментариев. Вениамин Кондратьев и прокурор края вместо доклада местных чиновников пешком идут по затопленным улицам, чтобы лично проверить, как устраняют последствия удара стихии. Жители Хадыженска показывают свои дома. У многих на полу до сих пор грязь вперемешку с илом, а в комнатах запах сырости. Люди специально не начинают уборку, чтобы дождаться комиссии, которые должны все зафиксировать и оценить масштабы разрушений. От расторопности этих специалистов зависит, насколько быстро пострадавшие вернутся в свои дома и получат деньги на восстановление жилья. Объективно, что сегодня нужно это оперативно делать с точки зрения обследования актов этих и давать людям возможность максимально вернуться в жилье. За частичное разрушение имущества каждый член семьи получит 50 тысяч рублей. За полное – по 100 тысяч. Это не считая единовременной выплаты по поручению губернатора. Число оценочных комиссий в Хадыженске с 4 увеличили до 18. Но в реальности не хватает даже этого. А власти района и города почему-то об этом умалчивают. Сложившаяся ситуация для них – настоящий экзамен. Я ехал с одним пониманием, что здесь происходит, увидел другое. Мне надо время перезагрузить ситуацию людей, которые здесь будут делать это все. Сегодняшние не справляются. Вениамин Кондратьев побывал не только в потопленных домах, но и зашел в пункты временного размещения. Там сейчас живут те, кого эвакуировали. С питанием проблем нет, но сегодня людей уже больше волнует, когда они смогут начать разбирать завалы и кто им в этом поможет. Губернатор тут же дал поручение своим заместителям разработать понятную схему оповещения жителей, нуждающихся в помощи, чтобы они не бегали за чиновниками в поисках ответа. Да, я инвалид, жена инвалид, пижач. Там сейчас грязь вот так. Как это все тебе? Это вот будет вывешен график, когда к вам придет помощь на улицу, конкретно в ваш дом. Василий Александрович, еще раз подчеркиваю, вывешите график, когда придет комиссия к людям, чтобы они не дежурили там сутками, сидели непонятно в каких условиях. Вот в течение часа будет график, когда придет трудовой десант. И в течение часа должна быть информация у них в виде тоже графика, когда к ним придет комиссия, сделает обследование. Позже губернатор и прокурор края собрали заседание оперативного штаба. Вениамину Кондратьеву коротко докладывают о ситуации с транспортным сообщением и инженерными коммуникациями. Повреждены два автомобильных моста в Кудрегородок и полностью разрушен висячий мост в поселке Самсоново. Без света остались почти 1500 человек. В Хадыженске и поселке Станционной вода повредила две подстанции. Сейчас электричество поступает по временной схеме. Вениамин Кондратьев интересуется у представителей энергоснабжающей организации. Когда же люди смогут вернуться к полноценной жизни? Мы не сторонники того, чтобы там оборудование, которое отсырело или там есть замыкание, подсоединять. И в том числе в домах тоже аккуратно с подключениями домов к электричеству, потому что там тоже может быть сырая проводка, сырые стены и мокрый потолок. Вот здесь это невозможно допустить этого фанатизма, он никому не нужен, потому что он может вылиться нам опять в трагедию. Но я одно прошу, назовите конкретные сроки в вашем понимании, когда будет электричество. 95% в селе Кабардинское будет запитано уже сегодня ночью.
Еще до конца следующего дня одна подстанция будет восстановлена, и те 5%, там небольшое количество, будет запитано дальше. Было 100% электроснабжение района, когда будет восстановлено? Завтра после обеда. То есть завтра, 27-го, до 16:00 будет восстановлено энергоснабжение района. Все, протокол отразите. Восстановить подачу воды пообещали уже к завтрашнему дню. Сейчас без нее остается практически половина Хадыженска. Воду в дома поставляют аварийные бригады. Не менее важный вопрос, как очистить город от мусора и ила. Заместитель губернатора Василий Швец докладывает, в расчистке придомовых территорий помогают казаки и волонтеры с горячего ключа и Белореченска. Вениамин Кондратьев поручает привлечь людей из других муниципалитетов. На улицах должна идти активная работа. Люди должны вернуться в дома, где нет и следа от происшествия. Губернатор ставит конкретные сроки. Максимум 3 дня у нас должно быть. 3 дня до понедельника, чтобы мы расчистили, если будет правильно организован трудовой десант. И вот эти комиссии, которые делают подворовые обходы, правильно организованы. И их будет достаточно. А достаточно будет только в том случае, если вы все объединитесь в одну огромную команду, в том числе с представителями других муниципальных образований. И вот этот штурм общий сделаете. Любое муниципальное образование откликнется на вашу просьбу. Мы можем вам всем помочь. Всем, кроме как со временем. Время сжато, максимально сжато. Еще раз подчеркиваю, 3 дня до понедельника для того, чтобы люди могли приступить к обычному своему жизненному циклу до понедельника. Это уже наша задача, еще раз подчеркиваю, наша задача и на тех людей, которые пострадали, ее не перекладывать. Проливные дожди обрушились на Туапсинский и Апшеронский районы Кубани, а также Сочи. За несколько часов там выпала месячная норма осадков. Для этих муниципалитетов подтопление – явление нередкое, но не всегда можно предугадать масштаб разрушения от удара стихии. Вениамин Кондратьев на совещании КЧС предложил принять региональный закон, по которому процедура страхования жилья в районах с высоким риском образования чрезвычайных происшествий станет обязательной. Мы должны делать выводы из подобных ситуаций. А мы с периодичностью раз в 4 года, в 3 года эти ситуации максимально ликвидируем, не делая, скорее всего, выводы. Выводы только в рамках предупреждения этих ситуаций. Но то, что деньги огромные из бюджета выделяются, безусловно, это люди, и не должны выделяться. Почему на краевом уровне нам не принять закон, который обяжет органы исполнительной власти обозначить территории, которые подвержены чрезвычайным ситуациям. И вот в этих территориях домовладения должны быть обязательно застрахованы. А сейчас проконсультировались, оказывается, от 1000, в зависимости от площади, до 2000 в год. В год стоимость страхового платежа. Все это уже будет страховой случай. Это перспектива ближайших месяцев. Сейчас главное – обеспечить пострадавших всем необходимым и пустить их в дома до наступления холодов. Оперативные службы продолжают работать в усиленном режиме. Ситуация находится под контролем краевых властей. Яна Бузычкина, Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров. Кубань-24, Апшеронский район. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. Десятого октября в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16. Днем 20-22 градуса выше нуля. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Информацию о ходе работ по ликвидации последствий наводнения в Краснодарском крае Владимиру Путину доложил губернатор региона. Вениамин Кондратьев и министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев прибыли в резиденцию главы государства в Сочи. Президент обратил внимание, что пострадавшие люди должны получить всю необходимую помощь. К сожалению, не обошлось без потерь. Инфраструктура разрушена в значительной степени. Там в некоторых населенных пунктах люди еще без электричества сидят. Пожалуйста, доложите, как идет работа по восстановлению. И потом, конечно, нужно сделать все для того, чтобы людям помочь. Они сейчас проходят, активно работают. Возмещение уже началось, компенсации. В краевом бюджете около 1 миллиарда рублей. Плюс-минус это будет видно по факту. Комиссии пройдут всех, и мы будем понимать точную картину по объемам возмещения, компенсации, затрат на восстановление полного или частичного имущества. Самая главная сегодня задача – это максимально вернуть людей к обычному ритму жизни. За частичную утрату имущества первой необходимости каждый из членов пострадавших семей получит по 50 тысяч рублей. При полной потере по 100 тысяч. Это не считая единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей. По всей Кубани большая вода повредила больше 2000 домов. Но массовых жертв удалось избежать. Был до начала события проведен комплекс превентивных мероприятий, который не позволил наступить
более тяжелым последствиям. Значит, это в том числе и оповещение, и эвакуация людей в пункт временного размещения с обеспечением питанием, водой, медицинским и психологическим помощью. Созданы были штабы и сейчас приступили к аварийно-восстановительным работам. Основная задача, как доложил президенту Вениамин Кондратьев, восстановить в домах электричество. Ситуация осложняется тем, что помещения сырые, поэтому, чтобы избежать замыканий в проводке, сначала необходимо полностью просушить жилье. Для этого местные власти совместно с МЧС устанавливают в дома тепловые пушки. К другим новостям. Ключи от заветных квадратных метров. Сочинцу Данилу Плужникову сегодня вручили ключи от квартиры, которую ему подарили в Сочи за победу в телепроекте «Голос». Данила Плужников с его мамой Ириной сегодня принимали в кабинете у мэра Сочи Анатолия Пахомова. В его присутствии застройщик вручил талантливому сочинскому певцу ключи от двухкомнатной квартиры в Адлерском районе. Дай Бог, чтобы в вашем доме всегда царило счастье, здоровье, любовь и улыбка большая. Спасибо большое. Квартира в новостройке – это подарок от строителя в благодарность за победу Плужникова в известном телепроекте «Голос». Наш застройщик, который имеет... Значит, квартиру. Решил эту квартиру подарить вот Плужникову Данилу Владимировичу, вот, как человеку, который самоотверженно, можно сказать, прославляет город Сочи, показывает всем, как надо любить город, прославлять его. В музыкальном телепроекте Плужников победил еще 2 года назад. Тогда же Данилу обещали вручить ключи от заветных квадратных метров. Сделано это было лишь сейчас, потому что все это время в новостройке шел процесс ввода в эксплуатацию. Документы Плужников получит уже в ближайшее время. Встреча с застройщиком запланирована на 6 ноября. Добавлю, что сейчас Данил Плужников живет и учится в Москве, в музыкальном училище и активно гастролирует. Сочи готовится к масштабному празднованию Дня города. Праздничные мероприятия пройдут во всех районах курорта с 21 по 25 ноября. Самые массовые события ожидаются в субботу, 24 ноября. На площади искусств у художественного музея в 9:30 состоится городской физкультурно-спортивный праздник, в рамках которого пройдет любительский парад велосипедистов, гонка ветеранов спорта, а также турнир по уличному баскетболу. В 11 часов на площади имени Островского хлебокомбинат и мясокомбинат представят совместный подарок жителям города – гранд-пиццу по-сочински. На площади Южного мола в полдень состоится фестиваль воздушных шаров. Будут работать фотозоны, мастер-классы, спортивные и интеллектуальные зоны активности, конкурсы и розыгрыши. В 21:00 всех гостей ждет праздничный фейерверк. Ознакомиться с подробной программой празднования Дня города можно на сайте городской администрации. В стране проходит общенациональный конкурс «Великие имена России». Сочи также выбирает имя международному аэропорту в выходные. В одном из торговых центров сочинские активисты из Всероссийского движения «Волонтеры Победы» провели опрос. Волонтеры Победы помогают в организации общенационального конкурса «Великие имена России». Он проходит в 45 городах нашей страны. Цель – присвоить имя аэропорту. В сочинском списке 10 имен. Это деятели науки, медицины, авиации и космонавтики. Сейчас уже второй этап конкурса. Активисты на территории аэропорта и в торговых центрах информируют жителей и гостей Сочи о конкурсе и о возможности внесения в лонг-лист любого имени. Реакция разная. Кто-то предлагает ради шутки свое имя, да, или своего родственника. Вот. Ну, мы как бы говорим, что это все-таки серьезная акция. Здесь нужно подумать. Ну, многие предлагают основателя парка Ривьера Хлудова. Да, его, к сожалению, нет в этом списке. Я думаю, что мы его, не мы, а общественная палата, возможно, внесет его в этот длинный список, в лонглист. Список не окончательный, его можно дополнить, предложить другую кандидатуру и отправить предложение до 7 ноября в официальную приемную Общественной палаты Краснодарского края. Электронный адрес сейчас на экране. С 12 ноября к этой акции присоединятся пассажиры железнодорожного транспорта. Волонтеры будут работать на ЖД вокзале и уже предлагать для голосования список из 3 кандидатов, набравших максимум голосов. Проголосовать сейчас можно и самостоятельно на сайте великиеимена.рф. Итоги будут озвучены Общественной палатой России 5 декабря. Почти 10,5 миллионов тонн. Рекордный урожай на Кубани собрали в этом году. Итоги жатвы подвели в Краснодаре. Сюда приехали аграрии со всего края. День урожая традиционно одно из главных событий в сельскохозяйственном регионе. Всех, кто своим трудом добился таких результатов, поблагодарили губернатор Кубани и председатель законодательного собрания края. Наш край – это
гарант продовольственной безопасности нашей страны. Один из лидирующих агропромышленных регионов России. Вы только вдумайтесь, мы поставляем нашу сельхозпродукцию в 75 стран мира. Друзья, ведь на самом деле в поддержку сегодня наших аграриев на федеральном уровне, краевом, существует больше десятка различных программ. Вот вдумайтесь, объем финансирования государственной поддержки только по нашему краю составляет 7 миллиардов 300 миллионов рублей. На эти деньги наши сельхозтоваропроизводители, вы, дорогие мои земляки, сможете покупать новую технику, внедрять новые технологии. От этого, конечно, гарантированные рекордные урожаи мы сможем иметь каждый год. Вы первые в стране, лучшие в России. Спасибо вам, дорогие наши хлеборобы, за ваш труд. Отдельных слов признательности заслуживает Кубанская научная сельскохозяйственная школа. Благодаря вашим исследованиям и разработкам наше сельское хозяйство является передовым в стране. Весомый вклад в урожай внесли и небольшие хозяйства. Почти треть всех зерновых собрали именно фермеры. Серьезный потенциал на Кубани не только в выращивании пшеницы и ячменя. Половину всех фруктов и ягод в России получают в Краснодарском крае. Передовиков производства, а это больше 80 человек, наградили почетными грамотами и медалями за вклад в развитие отрасли. А лучшим из лучших вручили ключи от машин. В центре спортивной подготовки «Югспорт» прошел чемпионат и первенство Южного федерального округа под тхэквондо ИТФ. Приняло участие более 100 спортсменов в возрасте от 14 лет и старше. За поединками наблюдала наша съемочная группа. На чемпионат и первенство Южного федерального округа под тхэквондо ИТФ заявлено было около 300 спортсменов. Но из-за погодных условий и разрушенной дороги до Сочи добрались не все. Поэтому в соревнованиях приняли участие команды из 4 районов Сочи, из Московской и Волгоградской областей и Республики Абхазия. Волгоград как-то добрался, они молодцы, и как бы вот приняли участие в этих соревнованиях, и вот хорошо сейчас выступают. Так что, ну вот собралось, сколько собралось, но у нас более 100 человек, в любом случае здесь деток. В эти выходные в Сочи они сражались за медали и кубки чемпионата и первенства Южного федерального округа по тхэквондо ИТФ. Спарринг двух сочинцев Альберта Варильджана и Павла Бош проходил практически на равных. Но не всегда получается так, как рассчитываешь, скажет чуть позже Павел. Были и падения от потери равновесия, от силы удара и у одного, и у другого. Но победа может быть только у самого подготовленного. Другой будет работать над ошибками. Ну, не доработал, я считаю, в дополнительном раунде. Чего-то не хватило. Надо разбирать бой. Гордость Сочи по тхэквондо Арсений Хламов, воспитанник 5-й спортивной школы, ученик тренера Юрия Шин. 6 ноября он будет принимать участие в чемпионате России, который пройдет в Екатеринбурге. Единственное, что для меня является новым, это новые соревнования. Везде разное на тебя давит обстановка сама, количество участников. Волнуюсь очень сильно. Федерация тхэквондо ИТФ в нашем городе достаточно молодая. Тем не менее, результаты уже значительные. Здесь проводятся крупные турниры, в том числе всероссийские. И теперь вот у Сочи есть шанс замахнуться на чемпионат Европы. Я езжу по стране по многим соревнованиям. Вот просто в Сочи я приезжаю традиционно всегда на Кубок Южного федерального округа. Потому что мы здесь уже проводили 2 раза чемпионат России. В принципе, планируем организовать в Сочи чемпионат Европы по тхэквондо. На «Даянг» площадку для спарринга спортсмены выходили максимально сконцентрированными. Им нужна была только победа. И у многих получилось заслужить медали и кубки чемпионата и первенства Южного федерального округа. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Сочи впервые прошел открытый турнир памяти Василия Ощепкова, родоначальника отечественного дзюдо. Соревнования организованы спортшколой номер 9 и Федерацией дзюдо и самбо-курорта.
Василий Ощепков – родоначальник дзюдо в России и один из основателей самбо. Он стал первым русским и третьим европейцем, получившим черный пояс по дзюдо из рук основателя японской борьбы. В 1930 году Ощепков провел показательное выступление по дзюдо в Центральной высшей школе милиции и был немедленно приглашен для преподавания там. В 1937 году Ощепков был арестован и умер в Бутырской тюрьме. Реабилитирован был лишь в 1957. В Сочи у здания Федерального центра единоборств «Юг Спорт» ему установлен памятник. В памятном турнире приняли участие 194 юноши и девушки из Москвы, Сочи, Краснодара, Геленджика, Тимашевска, Туапсинского района и Абхазии. Атлеты состязались в 9 весовых категориях. Победители получили дипломы, медали и призы. Также отличившиеся спортсмены награждены в номинациях «За волю к победе» и «За лучшую технику борьбы». Приятным сюрпризом стало награждение спортсменов известным сочинцем, участником проекта «Голос» Нико Неманом, который также является мастером спорта как по дзюдо, так и по самбо. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе FKT ВКонтакте. В студии была Инга Габейшая. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.